Использовать региональный материнский капитал теперь можно и по новым направлениям. Сейчас самым популярным является приобретение, строительство и ремонт жилья. Реже деньги тратят на платные образовательные услуги. По просьбам жителей правительство Тюменской области расширило список целей, на которые можно направить выплаты. Теперь региональный материнский капитал можно направить на газификацию жилья, на получение платных медицинских услуг детьми, включая приобретение лекарственных препаратов, медицинских изделий. Данные изменения вступят в силу уже 3 июля текущего года. Напомню, региональный материнский капитал предоставляется в размере 150 тысяч рублей при рождении или усыновлении первого ребенка, а третьего и последующих детей – 100 тысяч рублей.